Это по этой ссылке проходит, нет? МП5 там по приставам кулаки по ДДшникам. О, у нас турбо в рейде. У нас был в прошлом вчера целка. Да. Конечно. А, я-то уже думал, сейчас пройдем раз турбо. А он и вчера был. Так вчера только мы с турбо и допрессили. Задонатил 40 тысяч. Ну, у нас на двоих с ним 40 ДПС, здравствуйте. Сколько ДПС, а сколько и донат. Ретрик Паладин, 4-я пати. Дисси? БВЛ. Ты в Дисси? БВЛ. Тут до сих пор люди АФК могут покачаться. И тогда каски, я кресты, кулаки. Если кто-то ролит свой спек, вы знаете, что делать. Надо об этом написать. Танкует у нас микстурка, МТ. И перемешек, как второй. На какого ДК? На меня что? Мне, если что, зов нужен сейчас. Пиздец, смотрю пухи у пельмешика, а вы зачем его взяли в целка? Его вроде вчера не было. Очередной чел возьмет зов и... Ты посмотри лучше на тринкет его. Да, тринкет вообще кайфовый. Устойчивый мужик. Ну, дадим ему зов по мейну, что и поделать. Слушай меня внимательно. Я сказал, что он танк. Кто танк? Перемешек? Все ты сказал. Заметка. Прикинь. Бля, ну даже у этого чела есть брюль. У меня нет. Братан, ты не одинок. Я 274-й, у меня тоже нет брюля. Неправда. На шамане ты выбил бруля. Это не мой шаман. Кто там с микстуркой танчит? Я не вижу по хилботу. Мнешек должен. Мнешек хочу только ДНД. Может, Войд потанчит. Ведь Мнешек заходит в скорую. Честно, я сомневаюсь, что я с ним протанчу. Протанчишь один. Я понял. Нет другого выбора. Сейчас ты набираешь рейд, конечно. Сильно. Спасибо. Это карпинетры. Карпинетры в ПВЕ. Всем доброго времени суток, это Пельмешек. Пельмешек, что? Танк, а, секунду. Ты будешь нашим танком. И сделай, пожалуйста, на... Микстурка, на скольки стаках тебя надо менять? Я не знаю, я в 25-ке именно на этом сервере. Микстурка, я спросил, микстурку, на скольки стаках менять микстурку надо? Каждой глыбой пусть сбрасываем мы за каждой глыбой, что он, что я. Okay. И если на мне метка будет второй раз там или на нем, соответственно, ждет, пока в
во льду его разобьют. Потом сразу меняет. А тринкеты у тебя есть? Понял, что делать? Там тринкеты. 4 хп, нормально, в принципе. Тринкеты, оружие. Печать. Напуливаю всех в квадрат. Ханты есть у нас в рейде? Ферина. Ферина, слышишь меня? Хорош. Во, хороший танк. Странно, правда, что у него в ПДК две одноручки. Окей, все, Ферина слышит. У нас один. Я в гибризе. Я не в ПДК. У нас только один на пул. Пчелкин, кидаешь сальву на турбоус. Ну ты знаешь, что делать, в принципе. Значит, ауру сосредоточенности ставит Пчелкин. БВЛ ставит просто. Стоит. Мастер аур на первый прожим кидаешь. На первую притяжку. БВЛ, понял? Так, следующий у нас. Так, у нас получается Холи Крис. Кто основные танки, можно уточнить? Микстурка и пельмешек. Прошу. Микстурка и пельмешек, у них метки стоят. Столы поставьте, столы, ноги. Сайлер. Полгоса происходит следующим образом. Мы идем к метке крест. Когда вы дошли до метки крест, идет большое АУЕ. Для этого мы берем штрудели, они справа стоят, и пушаем их, когда спускаем, чтобы хилам было проще прохилить. Это первое, что надо сделать. Я не вижу, чтобы все взяли штрудели. А если он не берет? Чопс, ты взял штрудели? Чопс. Окей. Да, и пошел брать штрудели. Понимаю. Ребят, я на этом серве первый раз синдру буду танчить. Подскажите, пожалуйста, объясните вот именно, как ее здесь танчить. Я не за рукожоп, я просто ради интереса. Все объясню, окей. Значит, сейчас мы проводим арчана. Лопасос. Здесь. Пуляем. Идем, садимся возле креста кушать. Чё, пельмешек, твоя задача вот сейчас. Первый где-то до третьей фазы ты стоишь и просто стараешься аккуратненько, не срывая агро. На третьей фазе ты будешь менять заглубление. Ну, механику глыб ты знаешь, да? Да. Это я еще с Изенгарда помню. Все. Больше здесь ничего знать особо не надо. Тебе. Там. Кому истерию? Void Defender. Только не сейчас. Скажешь, когда. Давайте попрочим задачу. Дадим, Путин кидает на... А микстурка будет кидать войд. Уходим назад, на лестницу, наверх, наверх. Ждем меток, 5 меток. Ставится 5 точек. Пошли, поставили вниз с метками. Все, спрятались за глыбы. За глыбы спрятались. Говорите, где падает. Крист умер. Потому что говорите, где падает. Поставили. Где падает, говорите. Слева. По глубам стоп. Подбегаю. 20% без дот. Слева, слева, прям перед глыбой. Ребят, когда метки ставите, рейндж держите, пожалуйста, друг от друга. Кот, надо вернуть. Пожалуйста, дела Хелиона. Кот. Хелиона, Христа, в ресне.
Да. Прибав в приставку. Пельмешек, ты истерию слеп. Я истерию дал Вару, я не услышал, на кого РЛ сказал, честно, извините. Void Defender. Ну, я ему так, и дал. Ребята, да, молодец. Вы меня не слушаете. Вот кто там говорит? Не войду. Акума Туми, ДК. О, чтобы войду, не собирать жажду смерти. Освобожден, осторожно. Будем бей синим молотком на ману. Отходим на лестницу наверх. Ждем метки. Метки надо захиливать и считывать. Дефать. Отходим назад. Заход эти. Метки. Метки. Спрятались слева. Лево. Справа, ну, по центру почти. Центральную метку подбей. За. На лестнице падает. Слева, слева. За хил. По центру близко. Добиваем метки. Почему лево 30%? Потому что ее никто не бил. Не настакивайте освобожденку на двух хилах, она осторожно. Войд, когда лучше давать Геру, ты скоро, да? После третьей взлетки куда сядет. Ну сейчас еще раунд, да? Отбегаем мастера, удали. Проклятие косноязычества, кстати, пробуете кидать локи? Да, вроде бы Виби бросает. Истерию кидать не забывает? 16 секунд, когда? Как сядет, дашь потом? Нет, не сядет тогда, шаг Гир когда будет. Шаман, Далин, Царь, Виби, БВЛ. Выходим. Метка в рейде, квадрат в рейде, квадрат в рейде. Метка в рейде. ГГ, квадрат. Что это? БВЛ, рейд. Выходим на центр, не трогаем глыбы. Выходим, помираем. Вот взрыв, быстро все, кто остался без мер, без глыб. Не глыб. Сразу меняй паладина. Потому что долго так будем. О, Бокус есть Бокус в этом бери. Гильде. Ты кикай его нахер и бери Бокуса. Как так можно было заставить? Смотри, да, отверни. Всякий случай, те, кто в метках, то все равно выживут. ПВЛ, хотя бы есть. Он даже не в Дискорде, нахуй он нужен кикову. Йо, короче, с рейда. Бери бок. Я в Дискорде, во-первых. Во-вторых, ну, я искал, и куда квадрату и вставать. Какая разница? Его и ты решил встать в центр. Короче, давай, удачи, почитай тактику на Синдрагус. Ну, ясно, без проблем. В смысле, куда вставать квадрату? Ну, видишь, он вначале... Вроде такой сказал, мужик, по-моему. Вроде... Вроде метки, они же обозначены, кто стоит, встает. Да, метки обозначены, чтобы туда встал хотя бы один человек, чтобы просто вы знали, куда и нужно вставать. Они же вроде бы как обозначаются. Нет, метки, метки, метки. Да все, кикните его и хватит разговаривать. Я уже ухожу, не волнуйся, не переживай. Все хорошо. Я что думаешь, страдаю что-то? Забей в Ютубе тактика на Синдрагос. Да, это просто 5 ориентиров стоит. Просто в каждую точку стоит по одной глыбе. Вот ты не стал ни в одной точке, ты встал в центр рейда. Да, и все. Все, он левый. Че ты распинаешься? Там сидит мужик 40-летний, блядь. Перед ним распинаешься, смотри, говорит, ты и тактику на Синдрагос в Ютубе. Ты на приколе, что ли? Ну че, помочь чуваку, вдруг у него проблема с головой.
Так, ну теперь будем кричать на ХП. Ну голос у него такой мужицкий, под 40. Ну, может даже чуть постарше. У кого? У того бывает. Так, какая разница, какой у него? Успокойтесь, пожалуйста, я не хочу об этом больше слышать. Мы кинули человека за 5 секунд, а болтовни насчет него уже минуту. Это слишком много. Пчелкин, теперь твоя задача будет по КД мастера аур прожимать его на притяжке. Под фрост аур. Есть рыба? У меня рыбы нет. Чулана есть рыба. Любая, да. Где она? Вот стоит. Еще раз, те, кто не знает, как выносить глыбы, вот эти 5 меток, это для вас ориентир. Не обязательно каждый свою там луна в луну должен там. Звезда в звезду. Это не обязательно. Это для вас ориентир. А это норм то, что у нас луна на лестнице стоит? Луна это там, где рейд стоит. Куда нужно отбежать после потяжки. Просто он говорит, луна в луну, там луна это вообще не под глыбой метка. Да, крест под глыбу. Эту луну вообще забрать нужно. Каску, кулак, наверное, под ДК. Нету кулака. Вольт, кричи, пожалуйста, АП, я буду кричать на ХП. Все, будем ОП, идем кушаем рыбу. Гуляем. Там дали каску. Кушаем. Не блудите. Кушаем, гуляем. Не кто-то, давай. Вперед. Да, Пчелкин, дай нормальную каску на 10%, хули мне... Сейчас. Тихо. Апул отдали, окей. Сальву. АТК, дай каску. Скоро притяжка, Frost Aura пас. Будем отбегать. Трубой сюда хит. Да, дольше намного кастует, кстати. Работает. Отходим на лестницу наверх. Не работает. Идем метки. Метки выбежали. Чулан, Мату, Махелион, Шарпистул, Бычья Голова. Не стойте вместе, что вы делаете? Боже. Че так много заморозило? 5 человек заморозилось, все нормально. Лишний человек есть. Заморозился. А, есть там? Понял. Да-да-да. Прис. Вы же разобьете. Далеко. Далеко впереди тебя. Царя турбо хилить. Правую не разбейте. Разбивайте. Да тут не 6, тут 7 глыб походу было. Вообще рунда какая-то. Хлебал не забывай по танку фридом давай. Ну что, вот ты вот с этой ерундой заколебал, ты не помрёшь от глыба в любом случае. Так что давай, хватит про мастер это, про свободу, про фридом говорить. Кину. Каждый раз. Я вообще-то молчу, мне насрать на этот фридом и на все. А, сори, кто там говорит про фридом постоянно? Матума. Матума, это не твое дело вообще, понял? Успокойся. Отбегаем, отбегаем. Стараемся. Да нет, дольше, что вы рассказываете. Так, отходим на лестницу наверх. Метки. Пан, Джованни, Чулан, Ромка, Фелшар. Фелшар. Там вот крестик очень далеко убежал. По центру. Крестик убежал далеко, чтобы мы вкупе не были.
Все ну, хорошо. Надо, ты это, граница зна немножко. Просто людям приходится как бы тяжеловато. Говорите, где метки падают. Бегу. Пациенту. Сейчас разобьете, вы что творите? Левую стоп, сейчас... левую самую стоп. Левую сейчас... стоп. Все, бейте, сейчас... бейте глыбы. Вы сейчас разобьете, что творите? Нормально все, нормально. А мне кажется, у нас на геле сидит мастер, да? Я дал тебе истерию, извини, забыл до этого. Сейчас вот даю. Мастер ауру откатился, да? Давай. Вперед. Сосники, конечно. Далеко центр. По центру. Пчелкин. Справа. Близко справа. Близко, очень справа. По центру прям. Центру почти, да. Стоп по левой, стоп, по самой левой стопните. Опять туда же падает. Отбивайте. Танк забирай. А, я думал, ты со мной бьешь, извини, не увидел. Давай Геру, наверное. Надаем бурсты. И надо вот сейчас было дать истерию. Вторая фаза, готовьтесь. Первую метку квадрат, она справа. Видите, да, метку квадрат, когда на полу. Биби, вынес. Ой-ой-ой, я пойду вынесу, а то у меня 10 стаков. 11, ой-ой-ой, отойдите от пельмешки. Прячемся за глыбу, прячемся за глыбу. Чё ты там выносить собрался? Фу, блин, я стаки перепутал, извиняй. Направо, по центру. У Матума в центр, от центра отошли все. Отошли от креста, от ланча, да, вот такие. Захилили его. Прячемся за глыбу, чтобы вас не притянуло. Прячемся. Не добивайте, притяжка. ПК меняю. Да. Пан налево. Направо. Ой, право. Мастер аур есть. Дно дна, в центр, крест. ВХ, вот. Берни, Пчелкина, хэпал. Далин, Берни, да. РТД по боссу, миники по глыбам. Дно дна, налево. Дна, миники разве. Снимаем стаки все. За центральный сейчас снимите. РДД. ДК, меня... Поставьте. В центр. Бей, центр. Отошли от креста. Ставь четко по кресту. Снять. Джованни налево. Левый диване. Предлагаю после этой метки тупо в босса. Окей. Все остальные метки выносим. Прожимки. Дефы, дефы, дефы. У Матума направо, далеко, далеко, далеко. Убегай из рейда, Матума. Ну, налево, да, нормально, нормально, нормально. Все, добиваем босса. Давай фул босса. Собираю.
Если у тебя есть... Босс урон. Дайте еще одну геру. Одну геру, если есть. Все метки влево. Чулан, вылет, бегай. Давай, Шарпи, гимн ХП читаю, тоже читаю. Был у меня уже. А, был, ладно, хорошо. Кто там еще присты есть? Гимны на ХП отдайте. Что с потаней за хил пошел? У вас два хила лежат. Турба. ГЦ. Нельзя было так вчера сделать? Нельзя, вот. Было сложно. У нас были дауны в рейды, которые замораживали. Что вчера было? Да равно вчера было вообще. Неадекватно. Глыбу слейте. У нас тут, я так понимаю, половину пугов нужно ролить? Да. А типа потом? Я не знаю, как лучше. Я пока заберу. По идее, после босса там это... Рой сейчас сразу. Да после лича лучше. После лича ролите. Окей, понял. Окей. Ресном нет. Без Б. Ресните под синдром меня. Чё? Пожалуйста. ДК слева. Рис. Да вы можете встать, сделать порт на верхний и побежать к плечу. А можно крыс... нажать масс рез и все. Можно и так. До ДК не достало, пчелки. А что, хороший танк, что ли, как будто? Есть у кого-то? У меня еще и левел мал. Сожгите квест, да? А если у тебя нет третьей каты, но ты закрываешь лича, тебе... Полшар. Шар не квест, нет? Квест не шарится. Потрясающе. Блин, надо было грань приодеть. Я так понимаю, не будет, да, уже NPC-шника на вальке? Не будет. Хотя нет, может быть, по идее должен быть. А, нет, Био, схожу, это пелемешек, извините за флут. Что такое? Био, АФК буквально полминуты. Давай, давай, беги быстрее. Удачи. Да, кину. Наконец-то самый легкий босс в ЦЛК. А что так? По сравнению с синдром лич, это не догадывал, вообще. Так. Не знаю, наоборот, по мне синдром легче. Все будут бафны. Бедный чулан не выдержал напора. Так, у нас что-то с шаманом не то, у нас на 10 минут АФК ушел, 10.15.30. Тогда что делать? Можно пока что убил. Иди, иди. Какой шаман? Ланчедан. Как он так далеко? Пан. Что? А если шмотка выраливается гильдой, то пару... Ой, по ей БКП тогда идет, правильно? Да, я сейчас бафну, все будут, я перебафну. Да, от притяжки вообще ни один человек не умер, по-моему. Сейчас бафнуть. Я один раз урон получил, но там мастера аур дали, ничего страшного. Я умер от притяжки. У меня стало 2 кадра в секунду, я блинканулся в другую сторону. Не по ступенькам, он фотографировал. Нажал бы глыбу. У меня глыба в КД было. Слабые умирают, сильные остаются. Закон. Так, а теперь, пожалуйста, объясните, что делать танком. На этом серве я опять же не был. Так, про все, валик все, я все, знаю, все, про фазы я знаю. Смотри, начало боя. МТ стоит в квадрате, а ты стоишь в кресте.
квест ты выносишь шаркающих мобов. Хорошо, шаркарей. Они сами собой мутат доту. Угу. Это, ну, три штуки примерно. Да. Потихонечку между делом подтягиваешь мелких. Ну, так, чтобы они не уходили обратно. Если за то, чтобы они с тобой стояли. Потом, когда фаза заканчивается, мы уходим на край, ты с ними стоишь также здесь и ждешь, когда они помрут. Когда они померли, себя последний доту снимают, и ты можешь подойти к нам. А они от чумы умирают или от того, что ДД их бьет? От чумы. От чумы. Сами собой. От чумы, это хорошо. У меня тоже чайник, пожалуйста. Так, духов держит МТ, я так понимаю. Дальше, третья фаза. Да, царь бомжи кольцо. Тут комната есть или нету, или есть, только в Гере? Есть комната. Только там не весь рейд, а одного человека. Только. Ну, одного по стандарту, это я знаю. Да. ДД должен забить, либо хил выхилить. Ну да, все. Ну а так третью фазу просто вводишь его, да и все, да? Ну, МТ его будет водить, я так понимаю. Да, там ты. А я буду валить эти самые, ловить все сферы. Ой, да. Блядь, не сферы, а духов. Ну, хуйня. Да, духов. Все, я все понял. А ты неплохо. Первую истерию даешь с пола, а вторую даешь под герой. Крестите, пожалуйста. Ты чем ты сюда полетел? Да, мотор спрыгнул, вижу, как это. Кого вы еще не убили? Кстати, я смотрю, еще один босс был. Всех убили. Тут лагает этот принятие КД. Он на одно меньше показывает. Не, это корабли бажутся. Ивент, как бы, он иногда не считается за убитого босса. А понял. Зачем? Кого их шаман? У нас же фул. Или ушел этот шаман? Шам, что-то АФК ушел на 10-15-30 минут. Что сказал хоть? Ну, он написал. Давай я в хила, короче, спек, мы все поехали. Не-не-не, если уж в хила, то я, но Ршан нужен, по идее, нет? Ну, давай просто в хила спекнусь и забьем, давай? Давай. Все, пан, я спекнусь. Окей, ты продиспелишься, да? А, мне эти спелить? А, почему? Ну, лицо там будет диспелить. Ну, я могу. Но если у меня опять кнопка западет, то я... Диспелите все. Кто может? Из хилов. Грамотно. Не сразу. Не-не-не, диспелить-то могут все. Это факт. Но вовремя диспелить. В общем, задача. Значит, что, на первой фазе будет чума, которую надо будет вносить в квест. Все помнят. Все видели, так, да? Общем, я подиспелю. Так, вот. Ты где там у нас? Че, вы пулять готовы? Ну да. Блять. Прям сейчас уже? А чё такое? Сколько там времени? Минутку. Давай. Дайте каску и МП5 по присту, пожалуйста. По присту только каску могу дать. А, да, только каску у нас один был один. Точно. Всё, спасибо. Я вот почему-то всегда считал, что... аура сосредоточенности все-таки должна быть либо постоянно. Насколько ей эффективна высока? Ну тут да, должна быть точно. Сейчас просто, Челкин, я к тебе на Синдре что хотел сказать-то, чтобы ты свитчил ауру именно под притяжку, а в остальное время, чтобы была третья. Да, а, все. Можем разрулить, кстати. Разрулить оффхенд? Если я вырулю, то сразу одену его, будет больше. РЧ на разрул. Оп. Ага.
А, ну там за КП. Я заберу себя. Дай Грен, да, или нет? Не, по ИГБ, по-моему, из гильды нашей. Зачем тебе этот оффхенд нужен? Если ты на ШП, то это вообще... Да, на ШП оффхенд, конечно, у тебя все в порядке. Не на этот, на Хэприста. Так, у тебя крит СПД стоит намного лучше. А, я забыл, ты же через равнобил с хостой играешь. Ладно, хорошо, я понял. Ну, в смысле законно? Если в Орале кто-то из нашей гильдии, то тогда по ЕБКП идет. Это же логично. Че, сумнете? Запустил. На полу приготовил. Сальвы тоже. Ты потом оффхенд разролишь? А ничего то, что у нас шаман в Долоране? Он на ФК. Была же рыба, алло, Виби. Я потому что сдох. Спрыгнул. Поэтому послужит доказательством моей безграничной мощи. 5 секунд до пола, на пол юзаем. На пол вижу. Привык обновить. Истерию дал. Что кричишь-то? Крик, он молодой человек, одну. Сейчас чума будет 5 секунд. 5 секунд чума выносим. А, ну после жукаря. Таймер сбит. Саммер. Чума. Отлично. Чума скоро, смотрим внимательно. Виби. Скоро шаркарь. И скоро чума. VX. Отлично. Процент. Не знаю. Ну, когда уйдет, это будет фаза. Готовьтесь, фаза скоро. Быстрее добивайте. Никто кресту не покоит, не бьет мобов. Отходим.
от креста ходим. Сейчас будет чума, а чумы уже не будет. Все, ждем духов. Дух забираем. С микстурки диспелем сало, ладно, холодно. Вот он сейчас вдохнул, на нем сало висит. Так, у нас добивается пельмешек, пельмешек добился, все сняли. Отлично. Вставай к микстурке рядом. Если что, подхватывай к духу, если сорву. Это вряд ли. Понял. На пол, если сфера. Есть, да, на следующего духа. Сфера бьем. Сейчас дух появится на пул, дай, пожалуйста. Сливаем быстро. Отходим в центр все. Не духа пускай, забрал, сфера. Духа забрал. Хорошо, веди к боссу поближе. Там Рдодер. Встали в плащ, встали все в плащ, кроме локов. На валик оковы действуют еще или нет? Фелшер, Ферина и Чулан. Скоро будет осквернение, через 10 секунд буквально. Надо будет отбежать либо к трону, либо к порталу. Не под валик. Убежали от валик, шерпесту на нем. Отлично, вот так вот надо делать. Не под валик, а вот в сторону. В плащ встали все. Там Чулан Гера спрашивает. Не знаю, это хотите. Вальки. 5 секунд. Когда первая валька спустилась, отбегаем от босса. Побежали. И побежали. К трону, либо к порталу. Вправо-влево. Смотрим. Бычьи головы на него. Искренение. Бьем. Это плохо вы сделали с вальками, очень плохо. Нормально, не успели. Если есть стан, Пчелкин, дай, пожалуйста, печеньки. Ну тут далеко нет. Отлично. Вернулись под босса. Плащ, плащ, в спину. А, вернулись все тут. Сейчас осквернение. Убежали. Убежали осквернение. Не, на ком будет. На Уматуме. Отбежали от Уматума. Царь обезьян, убегай. Плащ встали, разверни нормально. Надо от луж его развернуть. А сейчас в лужу все полетите. Отлично, лужа пропала, отлично. Осквернение 10 секунд, пока бьем валик, бьем валик. Осквернение, осквернение, смотрим, ребята. Андайгрен. Трусы слили, трусы еще. Все, босса. Плащ. Не знаю, когда. Сейчас вальки будут смотреть. Серию даю. Осквернение. Осквернение. Убежали, осквернение. Убежали. Трону, либо VX на ВВ. Турбойс надо выбить срочно. Стандарте по печеньке. Треугольники, надеюсь, в Вибе. Печенька, быстро. Лили. РДД. Влились. Печеньку бьем, а, РДД. Все отлично. Все. Что по процентам? Посчитай. Ты их не включаешь? Осквернение к порталу, либо к трону. Сейчас, видимо, к порталу все будет. Я нет, не включу. Чопс. На Чопс. Чопс. Куда ты в них влез? Обратно все, обратно. Бегом, бегом, бегом. Вальки. Бьем валик. Веди вместе с боссом. Босс, веди вместе с валиком. Вальком. 6% до осквернения не успеем, вряд ли. Осквернение 7 секунд. Сейчас осквернение разошлись. Ушли от осквернения. Убежали. Приготовились вливать.
После оскорней. Ладно, от меня отошли. Все, в босса выигрываетесь тут. Вальки, 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 срочно. Просто в босса, просто в босса. Валик с босса. В босса, в босса. Заражение захил. Дефлин. Накрайся. Гимны, гимны, гимны. Гимну сейчас отдам. Шарпи тоже гимн отдавай. Духа напуливаем. На пол удара. Редко, да. Отошли от рожи. Дайгран, отойди от рожи. Второго. Второго убьем. Ты когда герой туда? Да сейчас на фазу выйдем и дадим. Окей. Значит, будет комната, ребята, надо захиливать цель. Если вы хил, а если вы ДД, нужно убить вражескую цель. Нет, я сейчас имею в виду именно... Сначала надо будет захилить человека, забафать его. Вышли в центр, сфера. Да, блядь. Стоим на месте, стоим на месте, все, назад, на месте, краю, на месте. Краю. Давай краю, герой, блядь. Бьем его, чё-нибудь. Бейте. Сомервилль захил, захил Сомервилля, баф ему. Сомер убивает там всех. Значит, бежим по кругу. По кругу бежим. К боссу сейчас не сбегайтесь, будет Каскрайн. Не бегите под босса, бегите по кругу, краю. 6 сейчас будет осквернение. Здорово. От босса отойдите. Бьем босса. Все, сбегайтесь. Танк, иди этих, взрывай. Ловим спинами. Да куда ты, блин, под них беги. Че ты в рейде стоишь-то? В них вбегай. В них вбегал. Ты не в них вбегал, ты, блин, они в рейд все побежали. Так, тише. Потом, хуёво, герой, да? Разбежались, осквернение. Готовьтесь. Отошли. С центра уйди. Перемешек? На перемешке. Не в центр, ё-моё. Говорю, с центра уйдите. Нет, не зачем то. Тихо, не ори. Ёпта, налево, а? Перемешек. Вот ты сейчас опять ловил? Нет, потому что я осквернение оббегал. Так, стоп флот, я сказал, блядь. Осквернение, разбежались. Нет. Разбежались друг от друга. В духе будет, потом осквернение. Пока отойдите просто. Близко не стойте. Ждем. Шарпист осквернение будет. Шарпист. Отлично. Все, добиваем уже, наверное, можно. Но, в принципе, наверное, нет. Еще 15%. Скоро будет комната еще одна. Захиливать надо будет сейчас. Может, мы людей бернем? Ловим. Пельмешек подальше от рейда. Стой, ты понимаешь, что ты взрываешь их в рейд? Крик боевой крик. Осквернение, разбежались. И отошли. Сейчас он духа вызовет, отбежит и потом дошится. А нет, микстурка на стурка. танке. Бегай. Хорошо. Добьем сейчас уже. Давайте добивать. 8% еще. Можно добить, в принципе, кажется. А может и не добьем. Сейчас жатва душ будет. Еще. Жатва. Захиливать цель. Срочно. Сейчас будет цель. Вейкса захил. Осквернение. Отбежали. За их Вейкса захил. Сначала духи, потом... После духов. Разбегитесь все. Могли добить сейчас. Ладно. Вилли отбежали от него. Добивайте. Стой на месте. Стой на... Ладно, окей. Стой сейчас на месте. Все, добивайте его. Мы победили. Вот и все. Вопрос, пока лежим, отдыхаем. В комнате надо обязательно каз бить мобу или нет? Да. Обязательно. Он там типа первый каст. Если него, он да? докастует, то он убьет этого моба, короче, короля, и босс войдет в инрагу, и будут очень большие... Просто я не сбил кастому. Микстурка выжил.
Мы его прохилили. Мы оффхенд будем ре-ролить. Я прошу людей ролить только если вы будете их забирать, его забирать. Ну, я так и хотел себе заворать. Для первого раза неплохо. Это пелемешек. Духов отлично. Лови подальше и отлично все. Все хорошо. Научусь. Давайте не будем время тянуть. РЧ на ролл. Что за топ? Все. Под РПС? Значит, ролл оф хэнд еще раз. Хелиона, царь обезьян, тебе нужен, да, оф хэнд? На успех. Не да, не дайте вы пулу, чё вы. Все, Хелиона выиграет. Можно вставать. Дальше идем. Войд, подари ИП. Печенька, воин, хант, шам. Можно вставать или... Нет, куда вы встаете? Окей, вар. Может, следующая печенька. Пал, жрец, лоб. Не открывайте сундук, или открывать можно? Челкин. Кто не успел, тот не успел. Челкин стоит. Все тут вроде. Ага, меч. А, еще глору паролем. Так, Хелиона оффхенд. Вот на. И Хелиона. Челкину надо будет за печеньку начислить. Да. Царь, тебе дали оффхенд? Нет. А кому оффхенд отдать? Пугу, наверное. Хелион. Все, окей. Глора. Сразу так рулить, что ли? Ролим Глора. Это ролл. Микстурка отца. О. И ПГП кто у нас? Микстурка, да? Или кто-то другой? Не знаю, потом заролил. Челик еще 49 выролил. Это все гильдейский, там по ИПГП. Я вас спрашиваю. Ну че, Глору? Глору по фулу. А наши собычки. Пишут Микстурке, отдавай, у него ИП больше. У Матумы больше. Не-не, ты чё, я это... Да, ты меня скроллил. Ты пугаешь ты меня, нахуй. Ты мне это, не то самое, а то я тебе умру. Нет, это не моё, конечно. Почему совы не носят мечи одноручные? Меч. Вот, ты кинул ЕП всем вообще, в принципе, за двух боссов? Не было еще ни ЕП, ни ГП, подожди. Так, кому эту печенку отдавать? А, блин, меч. Меч кому уходит по ЕП? Ну, по идее, Виби, но я не знаю, зачем он его себе берет. Когда у него став неплохой есть. Но с оффхендом, конечно, у него будет. Будет. Значит, Виби, да, все. Самый низкий ролл сейчас будет на печеньку. На просто. Шарки, вот что бывает, когда людей допускают до власти. Понимаешь? Печенька, печенька, рога, ДК, маг. Вы за печеньки ГП найдете челикам, которые их забирают? Да, вот получается. Так, кто по ИП у нас выходит? Все, всем спасибо. Пчелан, я Пчелкину один раз давал, журнал чек нет. Мне уже дали ГП за печеньку. Пал, жрец, лоб, печенька. Стой, ребят, всем спасибо на самом деле. Всем пока. Если что, зависит в еда. Ты уже в гильдии вступай. Так я и так в вашей гильдии, так-то. Чё, это пельмеш. РТ в календаре, все написано. Печеньку на рогу. Работы слишком много, не каждый день могу рогу, далеко. Кому отдать?
Кому надо отдавать печеньку последнюю? Рок, ДК, Макдрю. Джованя. Ну, Пчелкин забрал одну, получается, этот. Как его? Там да, Рога, Джованя, я не уверен, ДК. Что ему нужно. Джованя тебе не нужно. Вы меня слушаете, нет? Там Рога, Мак, Друид, ДК. Печеньку. Я не понял, кому отдать. Ну, хотите, перемешки отдайте. Мы с Чопсом лутали в первом.